Миниатюра называется «Самый неадекватный человек в мире». Добрый вечер, дорогие друзья. Наверное, вы уже все догадались, в принципе, это очевидно. У нас в гостях самый неадекватный... Я не видел. Самый неадекватный человек. Скажите, вас же зовут Валерий Антонович... Валерий Антонович Свиблова, да? Свиблова! Вы, в принципе, вот так, если посмотрите... Ну, казалось бы, нормальный человек. Ты упырь. Скажите, а с чего вообще вот такое поведение у вас началось? Виновата молния. 220 вольт. Раз. Я бежал по полю, и молния била в одно и то же место. Я пришел домой, лег спать, а она все била и била. 220 раз. Вольт. Била прямо сюда. Не двигайтесь. Не двигайтесь. Тихо. Тихо. Нет.